Всем добрый день. Хотел рассказать вам, что на Мальте местные жители очень любят кошек. Для бездомных кошек в разных местах они построили небольшие домики для того, чтобы кошки могли там находиться. И, естественно, подкармливают их. Даже сделаны специальные места, куда люди могут оставлять свои, положить денежку для того, чтобы на них можно было приобрести еду для кошек. Также домики такие есть еще и в парке на набережной в Слиме. Парк на набережной Слима. Прямо мы видим памятник кошке. Фонтан. Из парка мы можем спуститься на каменный пляж. Или подняться по лестнице и прогуливаться по самой набережной. Фонтан в парке. Мальтийцы очень любят животных, кошек и собак. Для бездомных кошек в парках они оборудовывают небольшие домики, где кошки могут жить, и подкармливают их, приносят им еду. Мальтийские кошки. Под скамейками у них находятся домики. Домики для кошек. Мальтийские кошки. Курочки забежали в парк с маленькими птенчиками. Thank you.
дерево, как куст. Памятник. Домики, оборудованные для кошек. Еще один фонтан в парке. В данный момент он в нерабочем состоянии. Всем всего хорошего. До свидания.